Мы сейчас будем тестировать помаду Lime Crime. У нас нас четверо. Помашите людям руку, Таня. А зачем ты губы накрасила? Держит и чай, и пирожные, как я сказала, только вот если лечь лицом на сало и уснуть, тогда, конечно, она убежит. Вот такие оттенки. Так, это у нас, подожди, нет, Тань, подержи. Это у нас оттеночки. Утопия, Пенси, Панси и Рейв. Сейчас мы прямо сделаем вам сводчи. Это у нас нет, не здесь. Окей, все понятно. Так, это оттеночек. Это оттеночек Рейв. Это оттенок Рейв. Он прям такой конкретно косметическо-маньяческий. И вот такой вот он матовый. Размазывай, да? Можно не размазывать. Не будем время на это тратить. Это оттенок Рейв. А, значит, оттенок Утопия. Утопия. Так, он, кстати, кажется очень похожим. А они все, я почему тебе как бы их и дала, чтобы так, да. Вот Рейв, Утопия. Они такие конкретно креативные, то есть для креативных макияжей. И вот оттеночек. Пенси. Как? Пенси. Вот они как бы из одной оперы все у нас. Просто один. Покажи сейчас. Посмотрим их поближе. Эти сводчи. Вот они. Вот. Значит, что я могу сказать конкретно? Они не самые стойкие в этой линейке, девочки. То есть это хорошо для креатива. Это хорошо для каких-то ярких образов, не знаю, клуба, дискотеки, молодежь, там, Инстаграм. Вообще все прекрасно. Но они не самые стойкие, к сожалению. И если они не подходят, они подчеркнут синяки на вашей коже, покраснение и прочее. Сейчас я покажу то, что подходит. Это Riot, Red Velvet и Pink Velvet. Так. И ты прям троечку делай где-то рядышком. Да. Вообще смотрится как такой какой-то кремово-коричневый такой, а в общем в итоге по факту он вот такой вот какой-то красноватый. Терракот немножко. Это розовый Velvet. Да. Тоже, кстати, очень приятный, теплый розовый. Такой. Очень теплый, красивый розовый, да, вообще просто супер. И у нас есть красный вельвет. Да. Это такие рядышком тоже оттенки. Вот они уже носибельные, запросто это может одеть любая на себя. И он прям такой вот кроваво-красный, прям как кровь. Очень красиво. Обожаю. И мы сейчас поехали дальше. Вот такая коричневая гамма. Это оттенки такие нюдовые, коричневые. Самый любимый мой оттенок блашет. Он настолько любимый, что у меня где-то тусуется по сумкам, и я его сейчас не могу найти. Вот оттенок кашемир. Он такой серовато-бежевый. И его и можно использовать и как тени даже. То есть не просто там это, вот такой сводч. Абсолютно нейтральный такой оттенок, беж. Да, такой именно беж-беж. Так. Потом вот оттеночек. Шрум. Да, шрум. Он очень тоже классный. В общем, я бы сказала, что красно-бежево-коричневая гамма. Тоже можно пользоваться и как тени, и как помаду, и как креатив, и как и стрелки можно им делать. Кстати, вот этими фиолетовыми безумными тоже можно делать стрелки. Это Wicked? Да, он такой идет с холодным бордовым подтоном.
Он такой коричнево, даже такой сливовый, бордово-марсалашный такой вот он, да. Салим. Классный оттенок. Здесь похож на шоколад. Сейчас посмотрим, что будет в итоге. Да, он такой прям, он прям шоколадный. В общем, смотрите, девочки, может показаться, да, что это не для взрослых, там, тетенек, там, 40+, 35+, 50+. Да, это вполне. Но на самом деле, вы видите, что здесь есть носибельные оттенки, и самый классный, самый носибельный, это тот, который я не могу сейчас найти, но я все-таки постараюсь. Это оттенок, который называется Blushed. Он самый такой носибельный, стойкий, и я его люблю больше всех. Одну секундочку. Вот и самый классный, самый любимый, самый такой носибельный мною лично, это Blushed. Он такой как раз между межвозрастной такой. Обалденный цвет, обожаю. Да, еще такой лайфхак для тех, кто хочет быстренько и красиво избавляться от этой помады. Вы берете масло любое, можно аптечное, можно для загара, в общем, любую масляную консистенцию, либо мицеллярную воду, либо еще лучше вообще двухфазу. Посмотрите, как оно стирается. Стирается оно хреновастенько. Тут масло пшикает. Там его на дне, потому что... Ты неправильно делаешь. Нужно приложить, и чтобы оно размочилось. А еще лучше сделать вот так. Давай. Прям сразу вот мы тут. Да, это оно просто пшикает. Вот, оно все. Тогда хорошо. Вот оно сейчас размокнет. Надо дать время. И можно потихонечку разытывать, да. Вот, видишь, совсем другое дело. Исходит по-другому. Вот тебе мицеллярка. Угу. Мурны. Она особо не пенится, кстати. Комплимент. Мицеллярка хватает на месяц при жестком использовании даже очень таких средств, очень-очень таких лютых, сильных и так далее. Тоже, как видите, отходит. Правильно? Ну, не так, конечно, как с маслом. Ну, грубо говоря, основное топим маслом, а мелочи и детали уже, ну да, видите, постараться приходится. Поэтому выдержит и чай, и пирожные, как я сказала, только вот если лечь лицом на сало и уснуть, тогда, конечно, она убежит. Поняла, что эти самые нестойкие, но при этом, смотри. Нет, вот два верхних, они нестойкие, на губах они убегают махом. А вот этот, видимо, не убегает. Это Золушка. Угу.